Но если кратко сказать, то чем занимается группа компаний Imperium, это отбирает научные, прорывные научные технологии, использует технологичное производство и выводит готовый продукт на рынок с помощью инновационной маркетинговой модели. В чем особенность? Да, в чем особенность групп Imperium Valio компании? В том, что она создает голубой океан на рынке здоровья и качества жизни. Я думаю, многие знают эту концепцию голубых океанов. То есть голубые океаны – это те области рынка, которые не существовали ранее. Если в противовес алые океаны – это там, где большая конкуренция, где продукция уже превращается в ширпотреб, где за счет конкуренции качество продукции падает, да? Голубые океаны – это нетронутые участки рынка. В них конкуренции нет, потому что они только появляются, и они, именно голубые океаны, дают самые такие глобальные возможности. Возможности расти, возможности получать прибыль. Есть определенные особенности в этом. Наша компания, она отметила пятилетие в ноябре, но за это время уже вручено по подарочной нашей акции свыше 23 тысяч подарков на сумму более чем 160 миллионов рублей. Пожалуйста, следующий слайд. Выплачено бонусов уже более 1 миллиарда рублей за 5 лет. Ну и автомобильный бонус. Здесь на слайде написано 16 автомобилей, но уже за это время, буквально недавно, мы видели, да, я думаю, вы тоже видели и видеоролики, и фотографии. У нас в Нур-Султане было вручение еще одного автомобиля. То есть уже более 17 автомобилей престижных марок вручено по автомобильному бонусу. Ну, я надеюсь, что уже совсем скоро автомобили будут вручаться и в Нижнем Новгороде. Это вот некоторые только там часть, да. Ну, также у нас получено уже и первое бонусы недвижимости. У нас у наших партнеров президентских рангов возможно заменять автомобильный бонус уже на недвижимость, потому что лидеры уже покупают автомобиль, и им актуальнее использовать эти деньги уже на недвижимость. И первые, да, уже и у нас в этом зале уже есть люди, кто получил бонус и на недвижимость. Поэтому это тоже здорово, потому что недвижимость, она всегда актуальна. Ну и путешествия, да. Я думаю, нет таких людей, которые не любят путешествовать. И очень приятно всегда вспоминать те путешествия, которые мы уже совершили. А сколько их запланировано? Это просто огромное количество. Да, пандемия немного сбила планы. Так обычно у нас было 2 путешествия в год разного уровня. Ну, уже на сегодняшний день уже десятки стран 3 континентов посетили партнеры, которые выполняли промоушены на путешествия. И вот здесь некоторые фотографии тоже есть. И действительно, я вот буквально на днях вспоминал, вот тут фотография тоже есть. Это Доминикана. Там абсолютно такой лазурный океан, очень приятный. И мы на яхте в море выходили и останавливались на там отмеле. И там живут морские звезды. И мы с ними фотографировались. При этом официанты подносили шампанское в это время. И действительно, такие воспоминания, они всегда греют, когда на улице не очень хорошая погода. Но мы-то знаем, что в нашей компании мы можем путешествовать и бывать в таких удивительных местах Земли, где всегда тепло. Ну и уже ассортимент на сегодняшний день, да, хотя всего 5 лет, а 5 лет это только для крупных компаний, это только начало. И уже на сегодняшний день ассортимент более
сотни наименований продукции для молодости, здоровья и красоты. Конечно же, у нас многие-многие тысячи результатов применения сейчас уже есть на сегодняшний день. И я знаю, уже есть и в Нижнем Новгороде, да, результаты, потому что наша продукция действительно реально работающая, и кто ее применяет, да, главное не забывать, потому что, к сожалению, наша продукция, у нее есть такой большой недостаток. Если она стоит в шкафу и ей не пользоваться, результат не всегда появляется, да. Ну вот, к сожалению, так. И здесь нужно себя тоже контролировать. Если мы купили продукцию, обязательно ей пользоваться, чтобы получить обязательно результат. Что как бы отличает нашу компанию от всех других, это очень сильная связь с российской наукой. Уже на сегодняшний день несколько десятков научных исследований было проведено. У нас издаются научные сборники статей, да, по тестированию в медицинских, да, условиях нашей продукции. И мы этому направлению тоже уделяем очень большое внимание, потому что всегда хорошо, когда действие продукции подтверждено наукой. Также группа компаний Imperium и Imperium Valio сотрудничает с множеством научных и общественных организаций. Среди них это фонд содействия инновациям, это Уральский федеральный университет, Московский государственный университет пищевых производств, а именно он занимается в направлении пищевых всех. Да, у нас продукция, она официально относится к продуктам питания. Это общественная организация «Деловая Россия», это Академия медико-технических наук, это Евразийская ассоциация медицинских экологических технологий, это общественная организация «Женщина России», это Ялтинский международный экономический форум и так далее. Ну и, конечно же, десятки дипломов, наград от государственных и негосударственных учреждений России и мира уже за эти 5 лет получены. Ну и десятки тысяч друзей Imperium в десятках стран мира. Это, наверное, такое самое главное достижение на сегодняшний день. И это только начало, потому что перспективы действительно здесь огромные. Продукция, новый класс продукции, да, и потенциал просто огромный. Если примерно оценивать его, то можно сравнить его с рынком БАД на сегодня, да. А это новый класс продукции, и потенциал, возможно, даже больше. Потому что если мы раньше, да, в 90-е, там, кто начинал работать с биологически активными добавками, их можно было, да, достать только в определенных местах. На сегодняшний день уже практически в каждых крупных магазинах есть полки, которые заполнены биологически активными добавками. То есть развитие рынка произошло. Но в случае аквабиотиков у нас тут особый случай, да, потому что аквабиотики, они есть только у Imperium Valio, да, эксклюзивное производство. И здесь возможности просто огромны. Наши партнеры в регионах, в разных странах, это и есть группа Imperium. Итак, если подытожить, то Imperium – это голубой океан, это новый рынок, это новые огромные возможности. Те возможности, которые открыты прямо сейчас. Imperium Group возвращает золотую эру сетевого маркетинга, когда продукт был действительно уникальным. Сейчас, к сожалению, в компаниях сетевого маркетинга это очень большая редкость, потому что БАДы можно заказать там и косметику, и на iHerb, и в интернет-магазинах, и в универмагах можно прийти и купить в аптеках. Это уже не уникальность. Наш новый класс продуктов аквабиотиков – это действительно уникальный продукт. И за счет этого, конечно же, используя эту возможность, сетевики могут быстро выходить на большие чеки. Ну и давайте рассмотрим маленькие такие примеры по вознаграждениям. Вот вы, я думаю, все знаете эту таблицу нашего стартового бонуса. Давайте такой самый простой элементарный пример рассмотрим, когда
мы в первое поколение приглашаем 5 человек. И так у нас выстраивается в 5 поколениях, каждый приглашает по 5 человек. Какой будет стартовый бонус при таких условиях? Давайте посчитаем вместе. Вот эта табличка, тут те же из нашей таблички выплаты. И если у нас все партнеры вошли на самый маленький пакет за 6 тысяч, то стартовый бонус в итоге составит практически 1,5 миллиона рублей, а именно 1 470 000 рублей. И это только при маленьком пакете, и мы ограничили, да, 5 человек в первом поколении и в 5 поколениях. У нас в маркетинге нет ограничений. Мы можем в первое поколение приглашать не одну сотню людей, да, и мы получаем до 9 поколения по стартовому бонусу, а с учетом компрессии еще можем и больше, и базовый бонус практически с бесконечного количества поколений мы получаем. Ну вот это если будут пакеты Start Pro, это наши средние пакеты, за 18 тысяч результат будет 4,4 миллиона рублей только по стартовому бонусу. Ну и если мы рассмотрим пакеты большие, Start Biz, то мы увидим, что это уже 7,3 миллиона рублей. И еще раз повторюсь, это в примере 5 человек в первом поколении, и каждый из них 5 человек пригласил, и так в 5 поколениях. То есть это вполне реальная ситуация. Понятно, что в реальности мы, чтобы получить такой результат, должны приглашать существенно больше первое поколение, потому что не все будут нас повторять, да, не все. Кто-то будет просто клиентом, и это тоже хорошо, но некоторые будут и активнее, да, намного чем больше, чем 5 пригласят. Поэтому это такой пример усредненный. Конечно, это будет не совсем так, да, где-то будет существенно больше, где-то меньше, но это вполне реальные суммы, и у нас уже много людей, которые по стартовому бонусу столько уже получили. Но у нас стартовый бонус – это не весь маркетинг, это только начало, а основной у нас бонус – это базовый бонус. Он выплачивается до бесконечности, потому что у нас, начиная с жемчужного президента, включается бонус бесконечности, и действительно можно получать с бесконечности. И давайте рассмотрим тоже этот же пример, но уже базовый бонус. Если, ну, вы знаете, у нас есть очень просто потрясающе выгодная акция, это подарочная акция, когда мы каждые после 6 месяцев, а потом каждые 3 месяца получаем набор самой популярной продукции, причем есть сейчас 2 набора на выбор. Можно в личном кабинете изменить, да, какой получать нам набор подарочный. И каждые 3 месяца в итоге мы получаем подарок, набор на сумму 7500 рублей. И давайте посмотрим. Если у нас в этой структуре условной, которую мы рассмотрели, получаем мы, то есть люди участвуют у нас в этой акции, 7500, какой будет результат для нас по базовому бонусу? Давайте посмотрим. В команде у нас 3900 человек. В таком примере это вполне, ну, это небольшая структура. У нас у многих партнеров больше. То есть по базовому бонусу это будет у нас рубиновый директор, да, квалификация в этом примере. И базовый бонус составит 655 776 рублей. Но это в месяц, если мы рассматривали стартовый бонус, это за все время, за приглашение, то это у нас стабильный уже бонус, он выплачивается каждый месяц по итогам месяца. А стартовый у нас бонус выплачивается мгновенно, это тоже очень здорово. Ну и это автомобиль, который, ну, немного там в последний момент другой, да, купили, но практически похожий, который был вручен у нас в Нур-Султане, в Казахстане, вот последний автомобильный бонус. И я желаю вам тоже выйти на те доходы, о которых мы сегодня говорили, получить свой автомобиль, недвижимость и путешествовать. И наслаждаться жизнью, быть здоровыми. И до новых встреч!